Новые тарифы концерна «Городские тепловые сети» не обоснованы. Об этом заявили депутаты Горсовета на заседании постоянной городской комиссии по вопросам жизнеобеспечения. С претензиями к руководству концерна узнавали наши корреспонденты. Запорожские депутаты стали бить тревогу уже после утверждения Национальной комиссии тарифов на тепло. Заявляют, тариф не обоснован. Нет прозрачности его структуры, нет гласности, говорит руководитель депутатской комиссии Геннадий Рекалов. Более того, нарушена процедура установления новых тарифов. Глава концерна ГТС Сергей Фомич это отрицает. Говорит, все решает Киев. Что вам помешало выполнить необходимую процедуру установления нового тарифа? Мы понимаем, что Киев утверждает. Согласно этого постановления об утверждении тарифов, тариф утверждается на открытом заседании Национальной комиссии. Открытое заседание Национальной комиссии состоялось 6 июня 2014 года. 6 июня нам утвердили тариф. Мы за не менее как за 15 дней уведомили громаду об изменении тарифов. В частности, депутаты возмущены затратами на поверку счетчиков горячей воды, которые заложены в тариф. Стоимость обслуживания поверки водомера привязана к объему потребления воды. При этом не учитывается даже факт наличия этого счетчика у потребителя. А если в семье нет водомера счетчика, но все равно в тарифе сидит затрата на обслуживание водомера, которого нет в природе, до 500 гривен люди будут платить просто так, на тот прибор, которого у них нет в наличии. Свои замечания по тарифам и их формированию депутаты Горсовета планируют передать в Национальную комиссию государственного регулирования в сфере коммунальных услуг Украины. Будут просить приостановить утвержденные тарифы с 1 июля и пересмотреть их структуру, говорит Геннадий Рекалов.